Жители региона продолжают удивлять выставки к 90-летию лаковой миниатюры. Очередную экспозицию на суд зрителя представил Ивановский государственный архив. Искусство Палиха в документах. Такого еще никто не видел. Самый старый экспонат относится ко второй половине 60-х годов 18 века, а самый современный – к 1998 году. Документ уже он более официально характеризует того же самого художника и рассказывает о том, насколько непросто зарождалось искусство палихской миниатюры, ведь оно зарождалось в связи с тем, что никому не нужны стали иконы палихского письма в период богоборчества. Этот документ датирован маем 1906 года. Это свидетельство художника Николая Зиновьева об окончании палихской иконописной школы. Позднее владелец свидетельства будет признан народным художником СССР. А это письмо писателя Алексея Николаевича Толстого председателю палихской артели. В этом письме Алексей Николаевич Толстой просит прислать ему изделия палихских умельцев. То есть Алексей Николаевич Толстой, даже живя при советской власти, любил шиковать, сладко пожить и был любителем роскошных изделий, в том числе и наших земляков палишан. На выставке представлено более 90 документов, в том числе фотографии и бумаги из домашних архивов палихских мастеров. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.